Так, 20 июня 2018 год, Харьков. Вот это такие у нас новые монетки. Новая, это которая вот это вверху. А старая, это которая внизу. Те, которые вверху, это гривны. Те, которые внизу, это копейки. То есть разница аккурат 100 град. Как их будут люди отличать одна от другой, я просто не представляю. На гривнах, конечно. Ну иди, иди, сынок. Есть гурт на гривнах. Здорово, кстати. Насечки на ребрах. А так, в принципе, развлечение пенсионерам или слабовидящим предстоит то еще. Как выглядела гривна раньше. Это гривна 2015 года. 70 лет победы. 45-2015. И вот гривна 2018 года. Еще более впечатляюще выглядят 2 гривны 99 года. На фоне 2 гривен 2018. День развлечения на кассах будет море просто.